Крепость Нарын-Кала объединила самых талантливых танцоров, чтецов и певцов. В Дербенте прошел гала-концерт фестиваля конкурса «Мир вокруг нас». Организатором выступило Министерство культуры по инициативе Русского драмтеатра. Ну а участниками грандиозного зрелища стали победители зональных этапов конкурса. Это коллективы детских хореографических школ, школ искусств, различные танцевальные студии, артисты национальной песни, актеры театра, а также все желающие. Проходил фестиваль в четырех номинациях: театральное мастерство, народный вокал, конкурс чтецов и хореографическое искусство.